Всем привет! Наконец-то мы купили аккумулятор для нашего мотоцикла Урал М62. У нас стоит переделанный генератор. Ссылку на автора переделки я оставлю в описании. Мы имеем, как говорится, сухозаряженный аккумулятор и электролит. Я немножко подготовился до этого, прочел инструкцию. Нам нужно будет откусить носик в емкости с электролитом и с помощью вот такой шлангочки заправить наш аккумулятор. Чтобы залить электролит в аккумулятор, нам необходимо открутить вот все эти заглушки. Для этого подойдет отличная монетка номиналом 1 копейка. Для больших аккумуляторов автомобильных я чаще всего использую 5-копеечную монету. Она очень удобна по радиусу подходит в пробочку. Значит, соединим шлангочку с нашим носиком. Он просто очень хорошо заходит сюда. Оденем потуже. Распаковываем электролит. Нужно быть очень осторожным при этом. Электролит — это разбавленная дистиллированной водой кислота. Нужно об этом не забывать. Закрутить все банки. Монеточка. Значит, мы, в принципе, за переработку пластика, но также мы за вторичное использование. Емкость эта помоется, и в ней, к примеру, можно
Вообще ее можно использовать вместе с этой шлангочкой для прокачки тормозов. Пока-пока. Еще приятным бонусом оказалось наличие вот таких замечательных нитизов в комплекте. Переделал нам этот генератор Иван Бережной. Ссылка на его канал будет в описании. Я отсылал несколько генераторов, чтобы можно было выбрать лучший из них для переделки. Скорее всего, вот готовый генератор. Там-та-дам! Там-та-дам! Отсылаю свое изделие, скажем так, вот в таком виде вы получаете назад генератор, вот в таком виде, практически новое изделие.